Здорово, народ. Хочу провести такой интересный эксперимент. Музыка блюз и вообще рок-музыка известна как бы своей энергетикой, пафосностью, то, что гитаристы могут играть порой как-то грязновато, но главное, чтобы это было весело. И в частности возьмем такую музыку, как блюз. Она тоже основана вся на бендах, на подтяжках, то есть на таких как бы небрежностях и неаккуратностях. В этом весь кайф. А что, если нам гитару пропустить через автотюн? Кто не знает, автотюн — это такая примочка, которая идеально вырисовывает ноты. Но автотюн вы можете слышать последние, наверное, лет 15 точно во всей поп-музыке, которую вы слышите из каждого утюга. Вот. А что, если нам поиграть на гитаре? То есть, смотрите, получается, какой эффект. Я буду играть, допустим, в тональности ля минор. И здесь, получается, невозможно сделать никакой ошибки, потому что все ноты у нас будут стоять 100% на своем месте. Так, давайте сыграем что-нибудь. Вот, смотрите. Идеальное интонирование. Если мы с вами сделаем бенд, мы попадаем четко туда, куда мы, собственно, и идем. То есть, видите, да, просто наш бенд, наш звук, он проходит просто по всем нотам данной гаммы. Вот и все. Идеально точно. Если я делаю какое-то вибрато, ну, оно будет соответствующее, то есть нота в ноту, ноту в ноту. Что ж, давайте попробуем сыграть блюз. Погнали! Что ж, получается примерно такой эффект. Давайте теперь посмотрим на дисторшене. Ну а теперь мы с вами попробуем вот на этой гитарке на Динин моем. Правда, представляете, у меня только что порвалась струна. Струна из комплекта Даймбека Даррелла, так что придется менять. Но все равно, эту гитару ждет некий апгрейд, так что все равно я здесь все хотел полностью снимать. Время, видать, пришло. Что ж, тем интереснее, поможет ли нам автотюн даже с порванной струной, с флэдройсом. Так, смотрите, как у нас это все звучит. Мы будем находиться в тональности ми минор. Итак, погнали. Посмотрим, как работает.
просто ездит по тональности туда-сюда. У нас здесь это ми минор, как я говорю. Ничего, так, а дай в бомбу посмотрим. Что ж, интересно. Так, погнали, что-нибудь сыграем. Ну что, как вам такие эксперименты? Пишите комментарии, стоит ли это использовать, я не знаю, в каком-то стиле музыки, именно автотюнить гитару, есть ли в этом смысл. Но все эти настройки были на 100%, так что ошибиться невозможно. Просто ми минор везде, прикиньте. Не забывайте, что у меня теперь есть страница Patreon, так что если хотите больше информации, все будет там, она будет пополняться. Увидимся в следующих видео. Пока.